АТВ-Эксан представляет. Ученый обучал царевича. Он безжалостно избивал его и неимоверно истязал. Однажды мальчик, будучи не в силах терпеть, пришел с жалобой к отцу и снял одежду с израненного тела. Сжалось у отца сердце, вызвал он учителя и сказал: «Таких насилий и побоев, какие ты причинил моему сыну, ты не допускаешь по отношению к детям ни одного из подданных. Какая причина этому?» Учитель сказал: «Причина в том, что говорить нужно обдуманно, а поступать достойно. Это относится ко всем людям вообще, а к падишахам в особенности, потому что все, что они делают и говорят, становится притчей во языцах, а слова и поступки простых людей не имеют такого значения. Если дервиш совершит 100 недостойных поступков, товарищи его не заметят и одного из 100. Но если одну шутку скажет падишах, то разнесут ее из страны в страну». Так следует учителю царевичей, в воспитании нрава царских сыновей, да простит их Аллах с добрым нравом, усердствовать больше, чем в отношении простых людей. Каждый, кого в детстве не воспитывают, в зрелом возрасте лишится счастья. Сырую палку гни как угодно, а сухая не выпрямится иначе, как на огне. Понравились царю добрые советы и суждения в ответе ученого. Пожаловал он ему почетное платье и другие блага, и возвысил его сан. «Видел я одного школьного учителя в стране Магриб, угрюмого и злоязычного. Несколько чистых мальчиков и непорочных девушек находились в плену в его жестоких руках. Не осмеливались они смеяться и не решались они говорить. То давал он одному пощечину по серебристой щеке, то хлестал другого по хрустальным ножкам. Короче говоря, как я слышал, распознали его подлую душу, избили и прогнали его, а его школу передали одному доброму человеку, благочестивому и добродушному, благородному и мягкосердечному. Не говорил он слова иначе, как по воле необходимости, и не срывалось с его языка ничего обидного для людей. У детей исчез страх перед суровостью первого учителя, и, заметив ангельский нрав второго учителя, все они, один за другим, стали бесенятами. Надеясь на его мягкость, они забыли учение и большую часть времени просиживали за игрой и ломали свои незаполненные аспидные доски о головы друг друга. Если наставник или учитель не строг, дети будут играть на базаре в медвежонка. Спустя 2 недели отправился я в эту мечеть и увидел, что первого учителя ублажили и вернули на его место. Воистину возмутился я и воскликнул: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха. Зачем же этого дьявола опять сделали учителем ангелов?» Слышал это один старец, острого ума, изведавший мир, засмеялся и сказал: «Один падишах отдал сына в школу, повесив ему на грудь серебряную дощечку». Продолжение следует. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам!